буквально недавно завершился наш такой большой тур, большая поездка по азиатскому региону. Началось это 6 мая в Индии. Наша компания принимала участие в большой выставке Smart Cities – умные города. Небольшая предыстория. Smart Cities – это программа, которая несколько лет уже действует в Индии. Индусы провели конкурс, выбрали определенное количество городов, претендующих на статус умных, определили программу финансирования и начали теперь думать, что же это такое умный город, какие технологии прощают город умный. До выставки мы подписали соглашение, это было 9 числа, в резиденции штата в Дели, провели официальные мероприятия, в том числе и для журналистов. Соответственно, с 10 по 12 мая в городе Дели проходила выставка «Умные города». И нашей целью, первой целью поездки в Индию было принять участие. У нас был организован стенд, достаточно большой по масштабам выставки. И там мы должны были презентовать концепцию от умного города к умному государству. Потому что умные города поодиночке являются точечными инновационными пунктами. И только объединение их в сеть с помощью высокоэффективных транспортных решений и позволяет перейти от разобщенных умных городов к сообщенному умному государству. Это была наша основная идея, которую мы хотели донести на выставке.